Уважаемые дамы и господа, вы, конечно, можете провести этот вечер дома у телевизора или пройтись по магазинам, но если вы хотите улыбнуться, посмеяться хорошей, а главное, умной шутке, тогда приходите к нам. А улыбнуться вам помогут молодые, искрометные и талантливые писатели-юмористы, авторы программы «Кривое зеркало» Наталья Коростылева и Юрий Хвостов, лауреат премии «Песня года» певец и композитор Владимир Дон, одна из лучших пародисток московской эстрады, солистка театра пародий Владимира Винокура Любовь Богачева, ну и, конечно же, я, заслуженный артист России, куплетист Николай Бандурин. Мы впервые в Израиле, и нам есть что показать и рассказать вам. Наша программа называется «Все включено», и это действительно так. У нас включено все, но главное, у нас включено хорошее настроение. Как говорили древние, лучше прийти и пожалеть, чем не прийти и пожалеть. Хотя, уверяю вас, все, кто придет, не пожалеют об этом. Приходите, ждем вас!